На осушенных от болот полях учебно-опытного хозяйства Ивановского сельскохозяйственного института хорошо уродились кормовые культуры. Ученых интересует, как будут сохраняться питательные вещества в силосе. Профессор Сергей Яковлевич Калмансон и аспирант Василий Иванович Колот проводят все новые и новые опыты. Эти мешочки будут извлекаться, а содержимое их подвергнут всестороннему анализу в лаборатории. Аспирантка Вера Черепанова определяет содержание питательных веществ в силосе в момент закладки. Результаты опытов и сравнений помогут найти наиболее ценный вид корма для скота –